дорогие мои армяне, родные мои. Так повелось. Человеку свойственно ошибаться. И мы ошиблись. Мы ошиблись, наша нация, наимудрейшая нация, которая подарила миру великих полководцев, музыкантов, ученых, художников, зодчих, строителей. Мы ошиблись. Сейчас не время ошибаться, сейчас время действовать. Нельзя равнодушно отсиживаться и смотреть, как эта субстанция, именующая себя премьер-министром, совершает чудовищные преступления против нашего народа. Во имя наших детей, отцов, мужей, братьев, которых мы потеряли благодаря этому ничтожеству, во имя их памяти мы не имеем права ошибаться, отсиживаться дома, быть равнодушными к тому, что сейчас творится. Мы обязаны быть сейчас рядом с теми, кто нас ведет к правильным действиям. Я, к сожалению, очень-очень жалею, но это не моя вина. К сожалению, так сложились обстоятельства. Я не могу быть среди вас. Но знаете, что таких, как я, много здесь у нас. Таких, как я, много желающих подставить свою спину дубинке или быть избитыми, как избивают и истязают вас. Мы рядом с вами. Мы одни из вас. И я не хочу, чтобы слова «погибли ни за что» оказались пророческими. Эти дети, этот цвет нации нашей погиб во имя Арцаха, во имя нашей веры, нашего языка, нас с вами. И мы обязаны быть сейчас все вместе, как один кулак. Дорогие мои, наша земля в опасности. Вставайте. Вставайте!